Возле этого феникса должен кто-то находиться. Ну, лучшая идея это Монород. В принципе, сильно все равно от него дамага нету. То есть он может со спеком может мишки, да, на первой фазе. И потом на второй фазе, получается, мы выйдем, что у нас один будет наполовину кот, наполовину мишка, который останется на первом фениксе, а его... Там он стакает у дебаф. А, ну на первом, да, типа, мы быстро в него вольемся. Который останется на первом, да, а мы все три танка остальных скиллами разбежимся по остальным. Ну, народ, ну вот мы будем бить, получается, всей пачкой одного моба. И бить мы будем, ну, минуту 20. Грубо, да, может даже быстрее. Тебя не убьет, мне кажется. Да нет, там хилы прохилят, я думаю, что, дубовую прожимки Там отдашь. на нем настакивается дебаф от макурон на макурон. Значит, надо, чтобы кто-то с него здесь пылил. Это не диспелится. Всего лишь 20, 25 лямов. 20. Ну, бля, ну посмотрим, короче, что. А насчет чарджа, народ, я хз. Я в дереве же сбивал. Я не могу сказать. Так, 4 коста феникса надо будет сбить. И на 4 фениксах, на первом фениксе 2 хила останется, на всех остальных по 1 хилу тоже надо, на танков. Там Плюс. один может стоять между третьей и четвертой, возможно. Плюс, если что, я буду его едить баблом, возможно, да? Пошли, трэш. Так, все тут, всех суманули или нет? Ну, Жожин гречку на рублет заходить. Сумонили 12 всех, проб. а там люди уже по желанию принять нажимали. Сейчас пока что трэш чистим, потом сформирую полностью рид. Так, народ, давай там в танка и массакр беру. Я нужен? Не знаю, еще формировал. Коника, как же Конь, конь, больно. что-то, по-моему, ты вчера говорил, я научился, да? Ну блин, в обычке они не шотят, здесь шотят. Окей. Бейте, ой. Трэш такой же, как в обычке. Ты почему меня там-то не... Багер. А тут МК, кстати, нет. В смысле нету? Есть? Они есть? Я не шел. Я плакал, что ли, постоянно, когда вы трэш чистили. Гена, ты меня ровно на позапрошлом... когда это? Позавчера ты меня тут убивал, алё. Да? Да. Хорошо. Но я не помню. Не поминай. Если что, я тебя уже фокус взял. Здорово. Я тебе хилить не буду. С деревом все в плоти. Мне приходки несёт. Ну, одна... Я... Но на Ларе не буду. Будешь умирать. Постоянно твою жопу спасает, потому что ты вечно на пере ловишь. И этот бабл тоже постоянно переловит с артемией. А знаешь, каким образом это происходит? Потому что у нас кто-то все время начинает бежать раньше, чем указывает. Вот эту тему не начинай. Ты пару раз бежал вперед. А ты знаешь, почему я это начал делать? Потому что все так начали делать. Да, неправда. Покупает так. Ну чё неправда, меня 2 раза скосило пером, потому что так все побежали вперед, а я сзади стоял. Ну потому что ты стоял вот именно. Слакал там. В смысле слакал? Ты офигел там? Ты иди бей вообще. Ты понимаешь, я хилю, да? У меня постоянно глаза на воду. И мы с Долоресом еще синхронно перебегаем вместе. Вот там слак, бейте, короче. Гена, да, бей вот Делорус соврать мне не даст. Гена, не вижу твоего ДПС. Ну что, мстя в хиле, блядь. ХПС тоже не вижу. Вот если ты меня перехилишь на Аларе, типа, я тебе подарю своего друида. Вот Гена, вот мне нафиг твой друид. Вот мне уже один подарил своего паладина. Могу демона. Знаешь, когда я туда заходил после... О, мы народ бьем. А он в танке, не бейте, блять, отбой.
Мозер чисто вышел на охоту на медведя. Так, а чем в Долоране такое вообще происходит? Это с ботаники дебаф вынесли с трэша. Коронавирус. Это коронавирус, блять, уже просочился. В плане, что там происходит? Здесь сражение. Ботаники дебаф, знаешь, выносит. А, сейчас скриншот скину. Типа, ну, ты выходит из подземелья. Все зеленое и яд на всех вешает. Хомякан дебаф. Короче, все дохнут. Ну, типа того. Не знаю, я туда прилетел, последний раз Карина была в ботанике. Яда и нормально. Не, он типа по несколько раз на тебе может стакаться. Я знаю, я тотем поставил и все с меня скидывает. Он даже не стакается на мне, у меня тотем очищение, он тебе каждый сейчас, подожди, какая. Боюсь. А, они пытаются убить Джулию и Сируса и Лили, которые стоят тут. Сразу видно, кому делать нехуй. Я понял. Вот, кстати, сделали то, что теперь у NPC с монеткой нельзя маунта ставить, да и большому сделают. Так долбоёбы стали возле портала в Долоран ставить. Джонни, а у тебя усилки в СПД? Не совсем. У кого еще доступа нету в этот Вока? У Элрей, у тебя есть доступ? Я тут, простите, что отходила. Там, на кухне, картошка сгорела. Тут, простите. Ага. Кто прикольно. Убьет, тому... Да. У меня даже Фредди не было, у меня символ, что я кого-то убиваю. Все, я... Алла Вихрь. Конь, ты понял. Конь решил мстить. Это тебя за БГ, понял. Ты попал, понял. Конь, покрасиво. Ну блин, ну не ливай во время того, как мы что-то бьем. Багается ж. Не знаю, да, норм. Элрей, слышишь меня? Конь, я заскринил. Просто сними, а потом, ну, потом, если надо, сам спросит. Чё ты это, как с маленьким? В смысле, я не снимал, я наоборот начислил, потому что нет доступа в окопу. Ну, в смысле, нет. Йоти, у тебя тоже доступа нет в окопу? Ну, у тебя вроде есть. Ну если не отвечаете, то сидите. Чё, не могу больше сказать. Ген, что да. С тобой сегодня? Чего? Настроение хорошее. У меня настроение это хорошее. Всем, да? Да. Он мне просто сегодня ГП начислил за шмотку, вот у него настроение хорошее. Нет. Его сова укусила. До этого он был такой. Его жужжин укусил? Это нет, заразно. Это заразно. Дураков мысли сходятся. Мысли рассеивания. Я ни одного. Я никого не продиспейлил. Что ты обманываешь, Дуары? Это вообще откуда? Или я это вот... на Халика? Нет, это не может быть за Халика. Нет. Не Халика, я на Халике тоже ничего не спейлил. А кого еще не продиспейлил? Это вот сейчас станы, скорее всего, которые диспелит. Я себе диспелил только в Долоране, больше нигде еще не диспелил. Я просто вижу, типа, своих предиспелил, они тут диспелит, как бы ничего. Ну, у меня так же. Это похоже еще с этим, с Халиком, наверное. Не, на Халике я диспелил, даже сейчас посмотрю. Йоти, ты меня слышишь или нет?
Блять, Скалика уже давно ничего полезного не падал. Лё, знаешь, чё, какую хуйню придумал? Здесь для... Вот это с Халика. Планета не запрессовать ещё равно. Короче, как только ДБМ детектит, что кого-то застанило, чтоб ДБМ сразу хуяк и диспел кидал. Ты ж вон, типа... Лёха, ты говорил, у тебя автотаун стоит или кто-то другой? Не, у меня... Ты ещё знаешь это? Адмирал, чтобы у тебя персонаж сам и хилил, и бил, там, и бегал, вообще все, чтобы пришел на РТ. Я помню, мне кто-то говорил, ну, типа, у меня автотаун стоит. У меня бабл только так, на БГшке. Планета, Воломан, возможно, в субботу будет играть. То есть, паладины даже так эволюционировали? Меня попросили закрыть пласта в Воломан. Бабл срабатывает. Почему в субботу, если стоит на среду? Этот макрос выдается, как только они паладина делают. Я только в субботу смогу, наверное. Хотя, может, завтра, не знаю, я не уверен. Ну вот я вижу, стоит на 20.00 на завтра. Но это не мое, не что. Это Настя ставила. То есть, смотри, там видно, кто ставит. Да я-то что, думаешь, смотрю, что ли, кто ставит? Типа я в такие сутки по выходным могу ходить. Все. Блять, я вчера, сука, подсел, выполнял эту ебаную ачивку, да? На лунной ебаной. Что ебаная, как ачива? Короче, ебать, остается сколько? Три. Ну, получается, остается три предка в Нексусе, Стратхольме и в Черной горе один. Блять, остается 30 минут, ну, до окончания, и я ловлю ГКД, блять, на инсты. Гена, ну нечего, в следующем году доделаешь. Я вчера сидел, блин, на келе не пошел, потому что хотел чего доделать, да? Потом полтора часа летал по этим подземельям. И в итоге ловил ГКД. Гена, знаешь, что самое забавное? Что я с тобой в прошлом году это чего начинал делать? Мы с тобой это... Я начинал только там эту цепочку, По Калимдору, по-моему, летали с тобой. Не-не, я вообще ничего не собирал. Не. Или это нет? Я только цепочку на Омана сделал. Мы с тобой делали... Где там этот танцовщица? А... Да-да, он про... Самое забавное, вот с того года я до сих пор не могу написать на форум... Насчет безумной любви. Открытки? Открытки, да? Да. Типа у меня там сделала на ачиво, сейчас линканул. Но она не засчитана. Вот. Они тогда не работали. Мне нравится, что при этом написано, что ты работаешь над ачиво. Ну да, вот, я выработал. Замены какие-то. Да не, рейд то свой, что мне было выгодно смотреть. Чего только в одной пачке оставь и танков по возможности тоже в одной пачке. Чтобы Элбрилу было проще хилить. Вой тут? Угу. Такой вопрос. А у тебя что за таймер стоит такой, который отсчитывает? Ну, под мини-картой тыкаешь там на часы. На часы тыкаешь, у тебя там таймер. Я так на моих губы отслеживаю. Я такой хуйни не знал. Там еще будильник можно поставить, веришь? Ой, адмирал. Полин и Женьку рассказали, что можно через Ctrl Relive. Иконки, визуализация там непонятно какая. Чё ты не поставишь эти нормальные круглые щит, так, как нарисован в игре там? У меня вопрос. Так, вроде все нормально, да? Яна, ты побудешь, короче, в группе Милика.
чтобы танки были в силовой группе. Мне не сложно, просто Инор будет входить в меня, а не в другого чела. Да и ладно. Так, и. И все. Народ так танк. Давай. Я так. Когда-нибудь потом все-таки сделаю здесь радар на луже. Короче, метки примерно я ставлю. Давайте сразу определимся по второй фазе. Кто куда побежит и что будет делать. Я могу сразу на спринтах бежать, сбивать с третьей, да, и там остаться кого-то хилить, например. Ты не в хиле. В смысле не в хиле? А, я в сове, хочешь сказать? Да. Даже так. Наслаждайся, Гена. Да ну, блядь, не хочу. Лёха, можешь дать ассиста? Не впадло пройти, ты всё это хуйню отслеживаешь. Проверить, работает ли это залог. Не хиле проешь. Давай этот херач. DPC. Не инопланетян. Серьёзно, типа скучная дудышка. Весело, наоборот. Сейчас рыбу поставлю, сначала объясню, кто. Чё, сова контролит? Нет? Ну, по тайфуне, ладно. Ой, по тайфуне, говорю, по циклоне. Блять, метки убрал оттуда. Ладно. Я все равно могу третий побежать сбить. Короче, метки там не буду ставить, поставлю наверху. Чтоб все понимали, кто куда побежит, когда будет, ну, с перефазы уйдет. Тут на низу и без меток обойдемся уже, в принципе, все привыкли. Так. Азум, мы тебя суммонили уже. Короче, на первой звездочке все забегаем через звездочку. Всем рейдом полностью забегаем через звездочку. Забежали наверх. Дальше на звездочке остается монород. Монород, Пусси. Монород вместе с Пусси нужно вставлять, потому что по нему хуя урон. Монород, Пусси, плюс... Может, ДЦ ставим? А там эти три человека... И там в любом случае нужен ДЦ, потому что будет весь рейд стоять. То есть адмирал, Пусси и, возможно, даже еще одного хила. А другие хилы будут стоять между Рамбом трусами и между апельсином Рамбом. Ну этого третьего хила можно поставить между звездочкой и печенькой. Ну да, вот третий хил, который звездочки, он может между апельсином и звездой стоять. А ты встанешь, так как у тебя бабл, ты встанешь на трусы и все. Короче, этот, Полина, становишься на между звездочкой и печенькой. Рейд, хилишь печеньку. Дальше. По хилам, да? Дальше. Приоритет печенька. Дальше. Это Джонни. Ты пробегаешь дальше, становишься между печенькой и ромбиком. Хилишь в приоритете ромбик. Ну и печеньку тоже, если есть возможность, подхиливаешь. И Элбрил. Тебе самое далеко бежать. Становишься между ромбиком и трусами. Хилишь приоритет эти трусы. То есть ты даже можешь, знаешь что? Ты можешь, блядь, вместе со мной забегать вот через эту платформу. Сюда. Ты там за... Он успеет через звезду, типа, пробежать спокойно. Ну или можешь этот, вот там... Я за... могу колодец бросить в одной метке, а сам уйти в другую метку. Не обязательно, он все равно никто не тыкает. Но он на автоматически хилит же. Т5. Автоматом хилит. Это там. Смотри. Лучше давай мы с тобой сделаем так, что в момент перефазы босс будет примерно вот здесь, где-то. Не успеем. И вы не успеете. Когда-то. Я успею. У меня бабл плюс сапоги. Этот. Я успею туда прибежать спокойно, вообще без. Дальше.
Когда босс, там, босса 9% остается, 9%, то есть ты заходишь хилом, да, похуй на всех остальных, заходишь и становишься сюда, то есть наперед танков, и стоишь вот здесь, хилишь танк. То есть и тебе хорошо, то есть ты будешь прохиливать танков, да, на месте стоять. Только мы вдвоем с тобой сюда будем поднимать. Как только пойдет перефаза, сразу побежишь. То есть и ты перебежишь 100%, выживешь, и я перебегу. Да, этот... перебью. Он же таунтится, правильно? Что, моб? Босс таунтится. Босс, да. Ну вот, посмотри, как можно. Перед перефазой ты ставишь его сюда, ну, крестик, да? Рейд стоит в квадратике. А мы ждем каст перьев, летят перья. Мы с квадратика поджимаемся под стенку, под луну. И танк, который должен перехватить, он где-нибудь между квадратом и луной перехватит босса. Ты побежишь, получается, назад, ну, там сам заходить, а мы там добьем и переведем. Ну, можно так, пускай эти метки тоже. То есть у нас перефаза будет как? Мы босса сюда, каст перьев прошел, вы с квадрата в луну сместились, побежали. Ничего сложного. Вот. Там Войд будешь после меня, в принципе, забирать, да? То есть ты сместился в трусы, ой, в трусы, говорю, в луну сместился со всем рейдом. Босс не кливает ни хера. Прошел каст перьев, сразу нажимаешь таунт боссу, по боссу, да? И, блядь, тут уже со всем рейдом милики его добьют, начнется перефаза, и вы все дружненько подниметесь наверх спокойно. Да, вы в это время побежите, ну, когда он затаунтит в другую сторону. Да, я побегу уже туда. Дальше, по поводу остальных танков. Нурглет тогда, если что, на печеньке. Алина, тебе там печеньку надо будет это Нурглет хилить. А Джонни, будешь Войда хилить. Войд, если что, будешь бежать до ромбика. Успеешь, там времени достаточно, успеешь добежать 100%. На ромбик смещаешься, косты сбиваем. Блять, у Нурглета нету стана. Я могу прибежать и, возможно, даже остаться, чтобы докурсить хилов. Короче, типа, в печеньку. В лиловый. В печеньку. И все смещается у нас тогда. Чаржа сбивает эту хуетень? Не знаю, не могу сказать. Короче, Коника, сместишься вместе с Нурглетом туда. Вместе с Нурглетом туда сместишься в печеньку. Будешь бить печеньку и давать стан, сбивать станом каст. Ладно, только я могу. Один стан в 20 секунд. Ну ты успеешь, тебе там хотя бы один комбо-поинт бить, просто танки начать. Да, там просто каст бить. Нет, там только один каст получается, он же да, но только длинный, который. Там больше не будет кастовать. Ну, дальше будет потом кастовать, но это уже снова этот же каст надо будет сбить, но там через секунд, наверное, 30. То есть в любом случае успеешь. Окей. Этот, в ромбике, если что, побежит у нас кто? Давай пускай Редвар побежит. Этим мы и миликов уберем немного с первого. Говорю, могу побежать я и даже там остаться, чтобы, если чего, продекурсить хилов, которые стоят между апельсином ромбом и между ромбом трусами. Ну давай, ты... Не, просто понимаешь, что БР плюс контроль от тебя будет с вихрью и тому подобное. Ну просто смотри, если на них кинется дебаф, они могут просто физически не прохилить. Дебаф банально из-за того, что... Он на рандомных людей кидает, те вот которые знак огня. А, ты про знак огня? Да. Тоже да, ты там кидаете все правильно. На рандомных первом, если что. Там же между звездой и третьим женом. Да? А я между ромбом и кусаном не буду подсвечивать. Да, я косу. Вот, а последний кусан разбиваю. Гречку подбежался на нас. Выходи на углу. Это просто круто, чем звук.
Лёх, чё насчёт костов тогда? Никуда не рандомно появляются. Я понял, что это рандомно. Куда-то определённо берём. Вы всё время стоите на первом тени. Только минимум уже оставайтесь. Смотрите сами. Так, на брелок. Я готов. Что? Не забываем про замедло мобов. Аккуратно с мобами. А Фарада у нас Фаер или... Фаере, пускай дамажит. Окей. Дамажить не умеет. Пускай учит. Зена, Делорус готова? Я готов, да. Делорус? Торилохол. Вон он бегает тоже. Значит, готов. Сонг, Элбрил, становись туда, вправо. Главное, чтобы Кирс не уснул. Все, все готовы. Чем тут Кирс? Сопрота выпить все. Да, сопрота обязательно. Будет. Это будет красивая победа. Главное это DPS и вовремя костак перебивать. Каст пошел. Перебежали. Забираю босс. Раз. Потом стой. Моба, далее контролем. Вот, забирай по готовности. Пускай доходит. Если что, да, мать. Отпустите тех вам. Пускай идут. Таск. Обратно. Еще 20. Три захода, аккуратно. Все нормально. Пускай доходит. Диспел. Десять секунд. Каск. Дам тебе дланджет. Блять, провожу, короче. Все прошло, наверное. Два заходят. Несколько заходит. Кто-то Старфол дал. Кто-то Старфол и дает. Свободен. Скажешь.
3. Что можно принять? Забирать? Да, забирать. Могут доходить. Каст. Мобы одного за контроль. Вот этих трех. Отводи на себя. Еще больше. Еще больше. Отводите, отводите, отводите. Все, стопайте. Пускай доходит. Все, можете тех отпускать. Одного стопорните, все видно. Аст. Аст. Все ужимаем. Свет прохил. Не спал. Доходит. Ты такая когда заберешь? Забираю, забираю. Раз. В чем проблема с передом? Оба. Раздавака что-то просаживается. Помогите, веди! Ебать! Веди, веди! Помогаем, контроль! По гимнам. Свободен, если что. Скажешь, как звать. Выбирай. Это 4 сразу, вон. Пиздец. Расхиливаем женой на... Вытяните женой. Он далеко. Я достаю. Так, это фаза скоро. Надо стопать, наверное, или что, блядь? Да, стопать придется. Стопайте урон. Пускайте, давай. Пускайте этих двух скрыли. Ага. Стопайте урон. Не бейте. Каст. Вот этих мобов надо будет от босса слить, и тогда переводим. Не бейте босса вообще. Не бейте босса. Просто стойте под боссом, как обычно все делаете. Мобов по очереди подтягиваете. Рублет упал. Вы серьезно? Поднимайте БР быстро. Давайте. Он рублет даем. Не, меня уже сложило тоже стаки. В чем прохил, блядь? Ну вроде же никто никакого урона не получил. Чего, блядь? Его очень быстро сложило, Леша. Ну прожимки, блядь, не знаю. ДК если не бьет, он, видимо, тоже стопнул, то он не хилится. Причем танки-то бьют, танкам-то похуй. С расчетом на танк. Ну его бьют. Очень быстро сложило. Он в каких лямах перефаза может? Ну я там манну резал, стоял и все, его быстро убрал. Ну абсорб, зубы бы, блядь, закидывали. Не знаю, вы че. Зубы я закидывал. Эх. На 5%. Да не, мне не в процентах, а в цифрах. Типа, сколько лямов. Два гимна было. Один от Адмирала, один от этого Тейлбрила. А yeah. И от этого тоже. Ну просто вот смотри, Адмирал, ты давай, опять не помогаешь, давай. У тебя было всего 9 костов исповеди за весь бой. И работал, нет, это пиздёж. 9. Мне я записываю, я тебе покажу, что Адмирал. Я чисто только по танкам, всем, чем можно хуячил. И, блядь, и молитвой, и флешками, и, блядь, исповедью по КД. Адмирал, просьба к тебе, не сдавай гимн, пожалуйста, когда ады заходят в босса. Нам это нужен дополнительный хил, а ты занят маной. Я сдал это после коста почти сразу же. Дело не в косте. Там ады заходили, там была просадка по ХП, а ты сдавал гимн на ману. Я сдал, нам... когда полностью высох. А, все, я сказал, ты услышишь. Бля, или вы больше давайте ДПС, или немного меньше. Но желательно больше.
Перефазов её. Дисплейлят немного не так. Нам приходится что-то. Ну, у нас Казум умер. Казум умер, да. Но мне дебаф 15. Мы в любом случае не успели. Ну, то есть там в любом случае стоп нужно было. Блядь, дисплейцы по-моему. Много не успели. А чё, у нас сегодня такой шишин диспелит? Ну, народ диспелит, нет? Ну, по скате такой шишин. Я не знаю просто. Ну, народ тоже диспелит. Вот если они вдвоём диспелить будет, нам, по идее, может хватить ДПС, чтобы этого последнего каста не... Похер диспелит, ну, народ. Ну, народ, тебе проще выжить. А, ну и... Потом Жужин себя просто заберет и все. Это не проблема. То есть на первой фазе тебе проще выжить, да? На второй фазе Жужин может просто себя забрать. Или я заберу себя. Я про это и говорил, что с него сдиспелите и все, в чем проблема. Типа может Фарада с тебя забрать, да, и вообще айсбок прозвать. Так и надо. Не, Монород, пусть лучше он диспелит, а то... Мне не нравится откидывание с моими ловушками. Мозер. Жена, ну опасно, да, откинул прям вообще. И стенка очень красиво дается под три ловушки. Босса. Было три ловушки, стало ноль. Это, все готовы? Все готовы. По готовности. Поехали. Поехали. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Чем больше дамага, тем быстрее фаза. Не забывайте об этом. Каст. Прибежали. Чё босс? Чё случилось? Просил даунт нажать. Где нападение? Ас. У меня был. А у меня нету бэра? Я на рублета поднимал на том пузе. Знаю, поднимай. Скажешь. Блин, стопорницы-то. Я стак. Лёш, далеко. Потому что два стака мобы-то и дольше. Раз. Забираю. Всё, пускай подходит. А чё моба не сливаете вот этого? Много смысла дамажит. Сейчас. Хил. Чё сложи не выбегаешь? Сейчас куча мобов будет рядом с боссом. Поеди, босс. Беги. Ладно, забейте, поди. Забираю босс. Дал ему. Каст. Каст. Одного можете притянуть. Скажешь, два, три. После каста. Эвейд. Это мы выйдет все.
хватит. Поднимите, ну ты серьезно. Дал кружи. Поднимите воду по избору. Что, никого БРов нет? Ну, получается так. Не, на сколько там до БР? 3 минуты. Это, смотри, а сколько тебе доставка? Как? Моба. 20 секунд. Держите нагретое. Последнего грипнуть. Сильно пробивать будет. Каст. Каст. Через 10 секунд заберу. Три. Два. Один. Забираю. Три стака уже, три. Блять, патрульс. Чё, БР не откатил до сих пор? Каст. Держите. На добром слове держусь, блядь. Там она вот бегает забрать. Ну, по разжимкам если только. Я скажу, когда. Брал? У меня нет маны. 12 лямов. Стопните по боссу. Чуйте Монрота. Планета Хиль. Вред заберешь, как стаки падут. Отведите босса на себя, на себя, на себя. Быстрее отводите босса. Притяни. Притянешь. Греч, притяни одного моба. Стоим. Босс на месте. Нужно взрывать. Мобов. Только не пьет сразу. Одного еще отпустите. С этой стороны можно перейти. Я бы там на свою позиционку побежал, встал. Каст. Каст. Лужи разливаем, идем на позиционку. Переводим босса. Нурлет уводит. Бля, чё вы там ложитесь, блядь? Элбрил хил меня. Переводим босса. Затаунтите. Затаунтите босса туда. Где рейд стоит. Фаза. Ну пробуй меня сверху поднять тогда. Элбрил, ты серьезно, блядь? Ты не мог сюда перебежать? Чё ты там, блядь, делал вообще? Охуенно. Нурглет, блядь, сдох. А чего, блядь? Вы не могли встать туда на позиционку перейти? Столько времени, блядь, было. Бегите, сбивайте там косты эти. Первый раз. Третья ярость. Не сбивайся сразу. Чё там про хил будет? Гимн. Но нужен танк на третью. Понимаю. У нас один хил остался. Падение пламени. Бежим, бежим. Ну ничего сверхъестественного. И пламя сразу пошло. На последнем ничего сверхъестественного нет. Ну а не видишь типа рандомно. 5 фениксов, да? Я вроде бы таланты. Блять, я хуею. Вы что делаете вообще на перифазе? У меня да. Тоже выброс достакался. Типа, Вадь, в тебя тоже? Ой, Радвар, в тебя тоже, да? Там затаунтить надо на себя. Если не затаунтит, то это... Так у нас минус 2 танка. Кто затаунтит? Ну, это и проблема, что у нас минус 2 танка. Я что, виноват, что у нас, блядь, 2 минус танка? Босс нам не был, я вообще не понимаю, почему там, блядь, половина подохла. Элбрил, ты чё тут вообще делал, блядь?
Что ты делал вот на этой позиционке, где ты сдох вообще? Я тебе когда еще сказал, блядь, беги туда? У меня в конце перифазы начало просто зависать. Вот повиснет, 3 секунды проходит, потом отвисает. И получается, что я бегал, просто не понимал, куда он бежит. Понимаешь, стопнули по боссу, там, блядь, минуту, наверное, стопнули по боссу. Тебе за минуту не было возможности перебежать туда? Целая, блядь, минута была, чтобы туда тебе забежать. Я спокойно бы, блядь, этого моба бы, блядь, танчил, вопросов там нет. Там по 10 тысяч урона залетает. Погоди, вот теперь такой момент. Мобы, которые остались, мы же не всех взорвали, да? Они что с ними? Они пропали на перефазе? К ближайшему и взорвались. Там 3 моба остались. Они подошли к ближайшему мобу и взорвались. Там вот чего и полегла там больше. Они разве. Они взорвали. Они подошли к маленькому и взорвались? Разве? Да. Да. А чего там и подохло большинство, потому что хилы подохли, хилить этого не Бля, я не знаю, нам тогда даже нужно, получается, переводить не после первого, да, а во время второго как-то так. Потому что мы сейчас просто не успели их лопнуть. Через 2 секунды, после того, как идет второй каст, проходит, появляются мобы. Нет, сейчас задержка 4-15, но мы до этого времени уже подвисал все просто бахнут. На 3-4 секунды. Понимаешь, там отвиснет, зависит. Три моба всего лишь осталось. Эти 3 моба, даже если 2 заходят. Да? Но я просто не заметил. Даже если 3 заходят, это все прохиливается. А пока можно, Леша? Да, курите. Отойду. Там все прохиливается прекрасно, когда это 2 моба, 3 моба заходят. Там одному, блядь, оковы кинуть или, не знаю, там бан кинуть, пока он идет там по воздуху, да, а 2 дойдут, блядь, взорвутся, ну и хуй с ним. Было 5 сейчас, да, вот опять же, то есть это, ну мы не доживаем просто опять, да, следующих перьев, следующих взывов к элементалей. Ну вот, и если на перифазе, на второй фазе они появляются по 5, то это вообще хуетень. Что такое 5 мобов за контроль? 3 лока дают бан, блядь, 2 сливают, и потом по очереди с банов выпускают. Да, но это может просто не обнулилась эта хуйня. То есть это он вызывал, получается, вторые перья. Тоже может быть такой вариант. Может на танков СС типа закинем? Чтобы было проще, чтобы сразу встали. Ну, народ, давай поиграем в игру по ультамату. Да это сейчас не выжить. Там потом 20 секунд дадут, там... Сейчас проблема была не в этом, по танку. Я сейчас роутер перезагружу, у меня откинулся на фазе, я 416 удержит, 400. И получается, мы тут тоже не могли стать кем. Я все-таки метко думаю, что такой не только. Просто слышишь. Народ много по боссу на дамаге? А народ? Нет. Мало. Ну, конкретно на этом пуле мало, да? На предыдущем мы тоже дамы. Короче, это. Ну типа танка мы его сделали. Была же такая же. Ну, просто народ на танке танков, все равно. А, то он и так танчил, отлично. Он тоже танчил. Тогда еще проще тоже же, наверное, сову в хилаш, там в хиле декурсе, но что-то еще в хиле. Либо у меня стоит. Да не надо, ты шутишь, что можно вообще как-то. Ну там смотри, там вот на это конкретно на этом поле, вот на сумму получается сколько, типа. 3. Ну почти 4 ляма. Ну то есть. Ну, не знаю. Там, допустим, на последнем я был, просто все нормально, но просто надо не дать.
Мой конт это кашты сбивайте в самый конец. Ну, по самый прям конец. Сразу не сбивайте. Ну да, то там вон Р2 как полетел сразу в третий, я ему даже сказать не успел. Подожди. Надо, блядь, запомнить, у кого какие способности. Которая там будет проблема, это по 5 луж, по 5 мобов будут появляться, которые надо будет убивать и 15. Ну это если по 5, если это было где-то, ну, эти мобы из первой фазы, а теперь там по 10. По 10 это будет поднято. Вы на аларе, да? Да. Там просто по 5 мобов надо будет контролить. Finisher. Не знаю. Третий, например, был ярый. Но усталость это на монаре минус монаре, как такая хуйня, если я правильно понимаю. Ярость это тот, который согрол, да? Ну, не знаю. Блинкоин можешь отбрал 4. Понимаешь, это понятно, но просто, если я тут сейчас не подходит, дебаф не вешает, и нихуя не вешает. 4 мобау, 4 способности. Если этот каз сбивается, никакого урона не проходит, никакого дебафа не вешает, не получается. А ну да, но он только на танках получается. Но на стаке, вот я скажу, там это очень быстро. Там нихуя не 20%, там очень быстро проходит. Стакивает, знаешь, когда он стакивает, если вот танк стоит под мобом, и танк идет на моба и авро на танке. Вот тогда он не стакивает. Он настакивает только тогда, он на рандомный. А, когда нету, типа, рядом с ним, да. Все. Это как в обычке. Типа, если танк не танчит на платформе, у тебя это уйдешь по дороге. Он настакивает. Получается, смотри, он застакивает на ровном участке пирамида, ну вот, и ебашит его. Это ну да, говорю, как...